Всем привет! Вы на канале Аннабель и ее растения. Сегодня 21 марта 2019 года, Харьков, Харьковская область. И очередная посылочка, но уже с крупнолистными гортензиями. В прошлом году, ранней весной, вернее всего не ранней весной, весна была затяжная, и только в апреле сошел, где-то 20-х числах сошел снег у меня. Поэтому часть коллекции крупнолистной гортензии я потеряла. Но я не отчаиваюсь, а заново пополняю свою коллекцию. Слава Богу, что она может пополняться. Спасибо производителям, продавцам, которые к нам завозят. И вот такие вот сорта. Шлосс, Васкербарх, Тугеза, Тиволи, Сальса. Посмотрю. Конечно, это маленькие саженцы. Было бы хорошо купить с цветами, чтобы четко знать, какой это сорт. Но что имеем, то имеем. В этом году постараюсь, чтобы они зацвели, и посмотрю, те ли или не те это сорта. Еще буду показывать, как я их высаживаю. Еще хочу показать видео, как я посажу один из этих сортов в вазон. Правда, он у меня пластиковый, но вот такой эксперимент хочется еще сделать. И показать, как можно еще высаживать крупнолистные гортензии. Всем спасибо за внимание. Пока-пока. Встретимся в новом видео.